Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Денис. И как вы поняли по названию ролику, я сыграл в CSGO впервые в своей жизни. Спасибо тому человеку, который дал мне возможность поиграть в эту игру. Я оставлю ссылку на его канал в описании. Лично мне эта игра понравилась. Отличия много от стендоффа. Мне очень понравилось играть с АВП, потому что там ноускопы очень быстро делаются. Конечно, в CSGO есть отличия от стендоффа. Есть некоторые функции, которые стендофф взял у CSGO. Но это не значит, что это плагиат, а это... Некоторые говорят, что стендофф это как CSGO, только на телефоны, мобильные... Ну, короче, сказать мобильное CSGO. В игре мне очень понравилось то, что там больше оружия, там можно использовать некоторые оружия. Вот есть скины на стандартный нож, а в стендоффе нету. Это мне очень понравилось, что есть скин на стандартный нож. Вообще. Итак, когда я сыграл первую катку на Дасте, так сказать, мне она не очень понравилась, но когда сыграл на Мираже, то это вообще было супер. Что насчет ноускопов? На запись это было не очень много записано киллов, но я потом подумал записать про это ролик. А до этого я так ноускопил. Ноускоп стал в CSGO моей любимой штукой. АВП в CSGO лучше работает, чем в стендоффе, потому что ноускопы в стендоффе, пули могут вообще в другую сторону полететь, а в CSGO именно вперед. Ну, может там немножко сдвинуться пуля, но ноускопы там лучше летят в CSGO, чем в... стендоффе. Еще мне очень что понравилось, это дополнительное оружие. Если нажать на G, то там есть дополнительное оружие. И когда ты тренируешься с ботами, ты не можешь закупиться, и просто вылазит эта штука, что можно закупить бонусное оружие, ты просто нажимаешь на букву G, и оно тебе выходит. Это мне очень понравилось, потому что... Например, тебе надоело играть с АВП, хочешь с какого-то автомата поиграть. Вот, например, там тебе высветилось там М4А1С. Берешь его и просто всех выносишь. Что мне не очень понравилось в CSGO, это голосовой чат, там в матчмейкинге или бой насмерть. Ну, потому что там много агрошкольников или других там подростков, которые... У них нет нормального языка, а все время мат на мате. Это единственный минус, который мне первый раз не понравилось в CSGO. Что еще я бы хотел добавить в CSGO, это больше прострелов. А то я вижу там тонкая доска, и мне друг говорит, нету там прострелов. Я привык, как в стендоффе, любая доска, это значит прострел. И я бы хотел иметь больше прострелов в CSGO. Спасибо еще раз моему другу, который дал мне возможность поиграть в эту давнюю игру. CSGO создали еще давно, так что эта игра мне очень понравилась. Она очень классная, больше там штук, чем в стендоффе. И я хочу сказать, что я не являюсь CSером, так что если вы любите CSGO, не ждите от меня много... видео по CSGO. Ну, а я сказал все свое мнение о этой крутой игре. Она мне очень понравилась. Всем спасибо за просмотр. Я буду еще говорить про разные игры свое мнение. Так что ждите новые части по другим играм. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дэн. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.
can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're. Sleeping.